Кто это? Ну что, пошлите смотреть на воздушные шарики, поедем? Пошли на воздушные шарики. Пошли на воздушные шарики. Пошли посмотрим. Ну, пошли смотреть. Сейчас с папой поедете. Подожди, сейчас папа придет. Идите очередь занимайте. Будете крутить. Да, Настя. Да, с Настей. Сейчас будете поедете тоже на таком и будете стрелять. Змеи. Индийская. Сейчас они пойдут на соревнования. Кто победит? Покачали, поехали. О, сейчас Настя будет с папой на драконе летать. Yes. Да. Вон Максим. Сейчас Настя полетит. Там поехала Настя с папой. Вот так. Вот так поплыли. На драконе.
Пошли идти дальше. На машинке. Готовится отплыть. К отплытию. Пока! Макс, привет! Классно! Пять! Настя, дай пять. Даня следующий поплыл. Максим, пока-пока. Встречаем Даню. Данюша, с лодочки не вставать. Ого, Даня, как быстро. Сейчас это весло полетит в воду, и Даня будет гребсти без весла. Нравится? О, Макс! Это ты там. Макс и птеродактили. Макс правильно гребет, кстати. Большой. Бай-бай! А тут поднимают туда, где мы вчера полностью намокли. Вон тот аттракцион, где воду со всей силы пускают. Привет! Привет! Кричит этот друг Макс, а? Вот он, друг Макс. Макс, нравится на каноэ плыть? Папа тоже плавал. Ходил на каноэ. Да. В школу когда ходил, занимался на каноэ. Интересно, колесики тут. Динозавр такой тут ждет. Ждет Макса, пока Макс приплывет к динозавру. Не в ту сторону гребешь, Макс. Даня, все хорошо? Да? Мама там стоит. Сейчас поедем на маленьком паровозике. Я вас не знаю. Даня, держать. Нет. Так, триматися. Молодец, Настя. Пока. 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 Бай-бай! Настя, пока! Пока, Настя! Пока! Попробовал.
сейчас уточню. Я сказал три круга. Да, три круга проехал максимум. Нет. Ждем, 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 не открываем пока. Сейчас они пойдут тренироваться. Руки. Ну подожди, когда тебе скажут, потянешь. Да, кто первый? А там дают потом подарок, кто первый. О, папа, как быстро наш. Спускайтесь. О, вон они. Давай. Даня. О-о-о! Поднимайся вверх опять. Yes, класс. Поднимайся, поднимайся. Дубль второй. Теперь папа едет со вторым сыном. Держи. Опа, пристегнулись. Сейчас кто потянет, кто сильней? Мы? Мы? Давай Макс будет тянуть. В этот раз у Макса может получиться. Ты сильный. А мама папа ел. Вот поедем сейчас на такой машинке. О, там мы вчера были, поднимались на гору. Теперь на машинку идем. Надо найти, где вход. Вот жираф-футболист тут нас ждет. О, динозавр. Вот, смотри, вот папа идет на машинку. Настя повела на вход. Там вот едут, крутят педали на машинках. Макс крутит. О, наш папа поехал. Все втихаря надо делать. Нравится? Я тоже так думаю. Он папа впереди. Догоняем папу. Покрутили, 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 покрутили. Давай, давай, давай. Ага. Хорошо. Давай. Едем. Макс, крутим и едем. Даня, прикольно? Даня. А Настя что скажет? О, какой город тут. Целый город. С высоты. Маленький. О, туда едет город, поезд. Поняла, почему нельзя снимать. У меня телефон выпал. Вниз выпал, с держателя.
Мама поставила? Подождите, я поставила. Подождите. Не крути. Ух ты. Запустила. А теперь крутите. Сейчас будет тяжело. Ой, как тяжело. Не сам. Ой, тяжело. Очень тяжело Максу. Все. Что получилось у вас? Что получилось? Показывай. Все, на, папа. На, папа. Не видно, покажите. Ух ты. Немножко неровно. Наверное, надо быстрее было крутить, да? Чего? Это тоже такая же? Нет, это получается у нас есть замок и динозавр. Хорошо. Пошли дальше? Да. Пошли.